Стрелается пятерка. Ну да, сейчас вот я только. Пятерка, Андрюх. Сейчас. С этой стороны, Андрюх. Говоришь, с этой стороны нет ровной поверхности. А как прикручивать? Вот так, так. Прикручим? Да, сейчас. Сейчас прикручим. Там вата не продувается, да, вот? Нет, кусочек мне там дали чуть-чуть, нахуй. Блять, монолит нахуй без цепи. Подожди, Андрюха. А я что? Вот я это имел. Я так жив. Почему ты здесь выше? Вообще? В смысле выше? Ну, сверху почти не успел. Ну, блядь, так, так Саня перенул, значит. Да хуй с ним уже на ножок. Сейчас. Ну, блядь, что делать сейчас? Юля, дай хотя бы этого. Ладно, ничего. Я держу, держу. Да, все, молчу. Все застыкуется, профессионал подтвердил, так что все хорошо. Подаем, уголок. Саморез у меня есть. Ну, у тебя короткие? Да. А ты где их взял? Нашел. Какой ты гений, Сид. А что ты мне сразу готовый дом не принес, не поставил, не нашел? Смотри, как низко летит. Он не ответил 100%. Вот крышу наживили,
Сейчас надо тверейки по бокам пустить и ложим баннер. Крыша готова. Идем дальше. Получается, стою на нем. Подержи-ка, я метки сделаю. Держу, Андрюх. Все, без дверей будет, да? Нет, сейчас мы дошьем, потом внутри все отмечено, вырезаем ровненько дверь, вставляем коробку, вешаем дверь и будет. Конечно, с дверью все четко, все аккуратно. Дима, что случилось? О, красота! Вверх! Yeah.